Коллеги, здравствуйте. Наш курс подошел к концу. Давайте подведем итоги. Всего за 10 коротких занятий мы с вами с нуля освоили инструмент, который практически обязан быть в арсенале любого профессионального разработчика. Систему контроля версий под названием Git. Мы с вами не просто получили какие-то теоретические знания, но научились их реально применять на практике. С появлением в вашей жизни гита вы открыли для себя возможность работать командно, сделать процесс разработки более стабильным, качественным и надежным. Мы с вами даже успели освоить целых два версии гид клиента с консольным и графическим интерфейсом. Поверьте, вы сделали правильный шаг на пути профессионального программиста. Как мы видим, даже маленькие ежедневные шаги способны дать ощутимый результат – я предлагаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать собственное обучение и развитие. Команда преподавателей компании Geekbrains с радостью готова вам помочь в ваших начинаниях. Обращаю ваше внимание, что на сайте есть целые наборы курсов, которые позволят вам комплексно и методично освоить какую-либо желатель... желаемую профессию. Твердо встать на ноги в новой для вас специальности. Я желаю вам добиваться поставленных целей, верить в себя и уверенно идти к своей мечте. У вас все получится. С вами был Евгений Картовец. До новых встреч!